Именно от него, Шимона Африкановича, знаменитого варяжского воина XI века, произошли известные дворянские рода Воронцовых, Вильяминовых, Аксаковых, Башмаковых. Изданный в 1027 году своим дядей Якуном, Шимон снял с крестового распятия, сделанного отцом, золотой пояс и венец. Тогда же он услышал глас образа, велевший отнести реликвии преподобному Феодосию Печерскому. Что он и сделал. Шимон Африканович служил князю Ярославу Мудрому. У него в подчинении было до 3000 варяжских воинов. Он сражался против половцев, был тяжело ранен. Его вылечил Антоний Печерский, и после этого Шимон принял православие. Самое деятельное участие принял Шимон Африканович в строительстве первого каменного храма Успения Богородицы в Киево-Печерском монастыре. Он был одним из первых, кого похоронили в Киевской лавре. Его сын Георгий также сужал лавре немалые средства. Дело в том, что Георгий был в детстве исцелен преподобным Феодосием Печерским от слепоты. Ученые установили, что умер этот знаменитый варяг, обретший новую родину и обретший Христа, между 1089 и 1091 годом от Рождества Христова.